У доски не учитель, а сотрудник ДПС в форме. И чертит вовсе не уравнение, а рисует пешеходы и наглядно показывает детям опасности на дороге. Сегодня пятиклассникам 41-й школы о ПДД рассказывают не только стражники дорог. Общается с ребятами уполномоченная по правам детей. К сожалению, вот выезды в школу показывают, что дети зачастую не все знают правила дорожного движения. Мы, конечно, удивляемся и понимаем, что детям нужно лишний раз, еще раз повторить, потому что повторение – мать учения, и вопрос детской безопасности мелочей не бывает. Вопрос детской безопасности на первом месте, подтверждает директор школы. В начале учебного года мы, естественно, мониторили все пешеходные переходы, знаки, если у нас там разметка обновлена, не обновлена разметка. Смотрели, опять же, те опасные участки в микрорайоне и, опять же, отрабатывали это с администрацией железнодорожного района. Тем не менее, именно вокруг 41-й школы бывали случаи наезда на детей. Вместе с директором, уполномоченной и сотрудником ДПС обходим территорию. Несколько несчастных случаев происходило прямо вот в этом месте. Ученики 41-й школы, желая сократить путь до учебного заведения, перебегали дорогу прямо здесь. Раньше здесь была дыра, а сейчас поставили вот такой железный забор. Ограждение установили, а вот разметку пешеходных переходов по периметру школы давно пора обновить, уверен инспектор ГИБДД. И такие уроки по безопасности с детьми проводить почаще. Дети с удовольствием задавали вопросы. Конечно, некоторые, может, где-то путались, но мы для того и пришли в образовательное учреждение, чтобы дать детям правильный и безопасный путь со школы домой, либо в школу, чтобы они у нас приобретенные сегодня навыки теоретически применили правильно их на практике. То есть безопасно шли в школу. Только за 8 месяцев в Бурятии произошло 92 дорожно-транспортных происшествия. С участием пешеходов было 28 аварий, а дети-пассажиры пострадали в 46 ДТП. Работа по школам продолжится. Мария Латышева, Евгений Павлов. Новости дня.